претендовал, и в принципе так и было, Дэвидсон, Марк Соболевского. В этом году команда Виктора Торбина, минуты нужные тому или иному игроку. В общем, это очень важный фактор, потому что Торбин знает свои. Если честно, никогда бы не подумал, что Ариш умеет играть от защиты. Но в прошлом матче так и было. Но сегодня есть некий сюрприз у нас. Во-первых, в общем, два игрока ротации прошлого матча. Основной не на площадке, а вот Картушин идет на взлет. Тут классно с Гараниным, дабл-тимом, Федоренко обокрали. Картушин на смене ритма на такой маленькой паузе убирает мяч. Два очка из-под кольца. 18. Но Викингс команда сюрприз, поэтому с ними расслабляться точно нельзя будет нигде. Но еще и вот, пожалуйста, Поломошнов со средней из угла. Успел Пахомов выйти на эту скидку. Гаранин, флоутер, Петя. Ну, Петр, конечно, один из самых... Все события неторопливые. Последний матч Викингс играли как раз-таки с Ойлерс. И там очень непростая игра для Ойлерс получилась. Но тем интереснее. В Хайе точно у нас будет очень классный сезон. И борьба будет до самого конца. Вот Сазонов из-под Сиренова. Игроков Айриша. Комаров. Легко, очень легко от Мацука. В правую сторону. Наступать, кричать, топать. Это все наказывают техническими. Ну и вот это вот наказание сейчас, соответственно, случилось для игроков. Попытаться разыграть. Баклан поднимается наверх. Проваливается сразу же таким катом. Но немножко медленным Антонов. Тем не менее, за счет своих, скажем так, подкат такой от Антона, Прилюдько продолжает бороться. За это ему отдельные аплодисменты. Трешка от Картушина. Ну, под 45 этот парень, конечно, прошу прощения, удается скинуть. Вот Задорожный сейчас в углу получает. Пытаются за счет таких сходов, скрестов найти бросок. И находит для Антонова класса. На заднюю дужку Федоренко забирает мяч. Один по двоих, разбирается. Бочарникова поднял, Пахомов чуть-чуть поздно дошел в привычной схеме. Атариш подобрал, полетел, бросил, забил. Ну вот хороший переход на Бочарникова, носовую передачу стоит отметить. И, соответственно, этот проход таким образом притормозить. Пахомов, Женя, хороший спин-мув такой. Значит, команда на выносе здесь мяч теряет, обычно дисциплинированно достаточно. Все, у коллектива Картушин. Даня, как Задорожного сейчас убрал просто. Два. Да, я не успел. Камера застыла у меня на секунду. Комаров в быстром отрыве. Но вы ничего не пропустили. Айриш забить не смогли. Комаров один еще и нас на крови убирает Гаранина. Сам не попадает. Сазонов в борьбе с Мацукаренко. Тут на дриблинге пытается Картушина раскачать. Чуть не потерял владение, но классная, аккуратная скидка на этом. Что-то такого плана было. А так Кариш в своей стандартной уже сейчас схеме. Старый. Старый Новый год прошел, как говорится, мы вернулись. Врачикин, классная скидка в угол. Тощев умеет бросать, он уже не раз показал в этом сезоне вот со средних. Ну, не забил, есть Федоренко, который... Отправляю донат комментатору профи. Лех, спасибо большое. Спасибо. Очень приятно вообще любая поддержка, которая от вас отправляется. Но от Леши Шляпина вдвойне. Просто потому что... Предложение я твое озвучу. Я уже... Как будет какая-то остановка. Ну, а пока Федоренко со средней. Сам взял, сам привел, сам. Бежками от центровых. Картушин, дальний отскок. Даня успевает подхватить. И, пожалуйста, вам... Очередной взлет. Это Женя, пытаясь Комарова обыграть. Пробежку совершает. Очень быстрый вынос. И, пожалуйста. Ариш прошпал. Носов. Кто-нибудь остановите его. Он продолжает бросать. И Ариш второй эпизод подряд не успевает просто вернуться. О, браво, Евгений. На габаритах, на перехвате. И нате еще. На габаритов, на перехвате и нате. Ну что же, от Жень пытается подцепиться. У нас болельщики Викингс активно с балкона. И здесь что?
сразу же на скамейку, соответственно, Гаранин с линии штрафных, но не вышло в руки сопернику. Картушин через контакт забивает, там Сивых говорит, я стоял с поднятыми руками. Ну, в общем, так мирным путем разошлись. Федоренко опять классный обыгрыш, опять хороший. Не попал первый. Первый не забил, второй отправляется в кольцо. Из-под кольца без набранных остаются Викингс. Нужно догонять. Аришу нужно этим пользоваться. И Гаранин это делает. Готовится у нас замена. Так, и Сазонов на усы вырывается на передаче. А Федоренко не идет. Трешка. Комаров! Очень нужно и очень важно. Тащите, совершенно не поднимают. И это недоработка сказывается. Картушин. Три с получения. Картушин и немного... Опасно на Сиренов на фейке. А дальше развернуться аккуратный флоутер. Нет, попадания есть еще, зато подборы, два очка из-под кольца. Затолкал. Затолкал. Не мимо. Здесь попадали все в трех секунды. Гаранин легко уходит от Комарова. Но, возможно, сейчас Комаров просто не стал рисковать с получением. И Ариш у нас выходит вперед. Впервые с первой четверти. Возвращает себе преимущество. Правда, сразу же Баклан и Тощев в ответ. Сдался с их скамейки за вот такой вот удар технически для Айриша. Найти тебе пространство. Но здесь хорошая подстраховка. Пахомов здорово работает. Тем не менее, кат Тощева и Федоренко. Браво, здесь хочется сказать, потому что не получается флоутер. Тощев разгоняется. На Гаранина пойдет в таран. Ну, Ариш. Не хватило. Гаранин. Заслоны Пахомова используют. Петя классно в угол. Картушин. Три. Попадает Даня. Там кто на одно очко всего лишь отстает. Тощев. Баклан. Классный заслон. И Тощев. После этой освободившей. В лицевую Носов. Продолжает сейчас неплохой скоростью. Ариш. Двигаться, и принципиально сейчас к ситуации подходит. Кто-то раньше времени начал заходить, и, соответственно, две попытки у Комарова обновились. В итоге один точный штрафной, и Бочаров разгоняет сейчас атаку. Мацук хорошим таким вариантом, набегал он вторым темпом, не попадает. Носов продолжает стрелять. Фу-ху-ху, какая скидка! Федоренко великолепно. Какие-то комментарии, пожелания, слова благодарности. Все абсолютно донатики у нас выходят на основном. Не стесняйтесь, поддерживайте нашу работу. Пахомов здесь здорово, Женя плечом отодвинул Сазонова. Ну, может быть. Снова загружает усы Сиренов. Классно в распорку, но Сивых. Сивых заряжен сегодня. Последние две минуты, клатчевые минуты. Поболеть за свою команду хотя бы в комментариях. Сазонов от щита. Два. И комментатора заглянуть в ссылочку под видосиком и отправить вашу поддержку, дабы мы тут все были спокойны, хладнокровны. И попадает. Эй, вот куда? Догонит Гаранин. Чтобы без скорости Петра тут делалось. Три! Картушин! Есть еще. Тайм-аут просит Айриш. Поломошнов с линии штрафных 66-й забивает. Нужно было пробовать три фола ловить, но нет, на Носова. Носов близко, Сиренов 2! Фалить на выносе, это естественно. Фалят. 2. Комаров, то это, скорее всего, будет финалочка. Первый забивает. Первый забивает. Главные помехи случится. А вот сейчас есть. И все равно. Тайм-аут. Тайм-аут для Айриш.